какого черта? Патруль? Нет, мы бы услышали. Один человек, возможно, снайпер. Это не винтовка. Что видишь, дерганый? Ничего. Уверен? Да. Черт, это Хуп, он ранен. Снайпер? Нет, он сам себя выстрелил. Санитар! Что случилось? Док! С ним все в порядке? Да. Нога, мафия. Все будет хорошо. Что произошло? Он сам выстрелил. Что у тебя в штанах делает заряженный пистолет? Я его даже не трогал. Санитар! Куда ты ранен? Хуп, куда ты ранен? В ногу! Держись, Хуп, держись. Не смотри туда, Хуп. Все будет хорошо. Болит, как хрен знает что. Все нормально. Да! Хуп, не волнуйся. Все будет хорошо. Согрейте его. Кто-нибудь, помогите его согреть. Сержант, что там, док? Пропустите. Найдите одеяло, обернуть его. Говорите с ним, говорите. Хуп, все будет в порядке. Все будет хорошо. Ты подумал, что это нога фрица? Все не так плохо. Так, подождите, накройте его. Укрывайте его. Держись. Лип, ты говорил, я крутой стрелок. Да, ты крутой стрелок, Хуп. Ты из самолетов выпрыгивал, ты же крутой засранец. Там все не так плохо. Хуп, не отключайся. Все в порядке, Хуп. Док, что делать? Что с раной? Я ничего не вижу. Нужно вести его в лазарет. Так, давайте перенесем его. Расслабься. Все нормально. Расслабься. Док! Док! Черт. Перк, вызови джип. На нем было столько одежды, что мы не поняли сразу, насколько сильное кровотечение. Когда мы привезли его в лазарет, Хуп был уже мертв. Пуля разорвала артерию на ноге. Даже если бы ты знал, Лип, ничего бы не изменилось. Артерия — это все. Так точно, сэр. Я пойду обратно. Надо убедиться, что ребята окопали, сэр. Лип? А где Дайк? Вы хотите его видеть, сэр? Нет, просто такие новости должен сообщать он. Ну, я же там был, сэр. Подумал, что нет разницы, кто расскажет.